Меня зовут Ермакова Ольга Васильевна. Я прочту вам отрывок из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Эти, господа, все знаки встречаете иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способностей устремляет ее неудержимо в одну сторону. Конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. По словам «все знают», нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходит, кто троюродным и т.д. и т.д. И все в этом роде. Большей частью эти все знаки ходят свободными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуются ими. А между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука-то соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим и сделавших карьеру.